В Югре и по всей стране сегодня отмечают День семьи, любви и верности. Из-за пандемии основная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. Так, например, губернатор Наталья Комарова в режиме видеоконференц-связи встретится с семьями, которые в этом году получили медали за любовь и верность. Присоединятся к беседе и жители Нижневартовска. Сегодня поздравительные открытки и подарки от главы региона здесь получили 5 семейных пар. Так, например, Николай и Валентина Фоменко отметили золотую свадьбу. Вместе они уже 50 лет. В Нижневартовск из Ростовской области приехали в 78 году. Николай Федорович устроился работать водителем автобуса, а его жена – крановщиком в домостроительный комбинат. Сейчас у супругов двое детей и четверо внуков. К тому, что праздник приходится встречать в самоизоляции, они относятся с пониманием. Молодежи можно пожелать тоже так же, как и мы. Терпение. Самое главное – терпение в семье. Терпение, взаимопонимание – это все будет хорошо.